Привет, Crypto Commons. Хотите прикол? Вон черный лебедь. Настоящий. Только что плавал. Чему бы это? Как думаете? Так, ну чё, крипто-мазафакеры, включаюсь прямо с Балткосы, с самой западной точки России, чтобы сказать свои пару слов про курс биткоина и крипты. Ладно, давайте начнем вот с чего. Альтсезон или не альтсезон? Доминация битка у нас упала вон на 62%. Если мы посмотрим не в долларе, а в битке все альты, то они, в принципе, ну вот уже, кстати, краснеют. Вчера-позавчера были зеленые. Все, наверное, видели безумие, которое было с доджкоином. Вот посмотрим доджкоин. Вот, кстати, Poloniex говорит о том, что он запустил фьючерсы. Но этим нас не удивишь уже. Доджкоин, вот он как бы пропампился и консолидируется. В принципе, могут его сейчас сдуть, если это конец пампа был. Но вообще, если мы посмотрим на более долго играющую картину, то доджкоин обычно пампит повыше куда-то, вот, видите, на 100 сатоши, на даже там 200 иногда, и потом сразу резко сдувают. Но иногда и пампы более такие маленькие, вот как здесь были, сдували. Но сейчас дно ушло сильно ниже. Короче, по доджкоину такая тема, что его, в принципе, кто не успел лонговать, можно в марджине его будет шортить, но когда мы уже поймем, что точно уже это все, когда, грубо говоря, вот он так вниз-вниз сходит, отстрельнет, то есть если он сейчас вот так вот вниз прям пойдет и отстрельнет, то, скорее всего, это все. Но возможно, что будет еще вторая волна куда-то сюда, и вот оттуда точно можно шортить. На поло, на полынке можно шортить в марджине 2.5x спокойно, под обеспечением. Все вот эти монеты, любые годятся. Эфир, ну, Dodge, понятно, Stellar, BC, Dash, даже BSV, EOS, ну, биток, понятно. В общем, такой вариант, к битку его там можно шортить, но не финансовый совет, естественно, дисклеймер. А Dodge, кстати, да, Dodge на банане заявили, что будут фьючи, там с плечом 50x, что ли, что-то их пока не видно во фьючах, непонятно, когда они будут. Вот, в целом, да, Chainlink стрелял, ну, все, наверное, видели этот VeChain, вот эта вся история, хорошие такие движения на Binance фьючах тоже. Ну вот, видите, реджекция, но все-таки на малом таймфрейме, вот на часовике сейчас отстреливаем. Короче, не торгую, пока смотрю за рынком. В целом, вот здесь было очень похоже на то, что разворот, все, как бы лонг пошел, но видите, сейчас его сдувают. То есть, в целом, короче, глобально жду такую вещь. Это вот мы смотрим четырехчасовик, давайте хотя бы на дневки уйдем, а лучше сразу на недельки. Смотрите, неделька на самом деле бычья, вот видите, то есть мы как бы тремся уже возле 10 тысяч, и вроде как готовы их пробивать. Опять же, по анализу Карла, который там анализ другого чувака, сейчас я вам покажу краткий перевод его. Карл с канала The Moon сделал анализ чувака. Короче, халвинг, stock to flow, как бы с фундаментальной точки зрения мы должны фигачить наверх. Потом, тем более, с Теслой видели, да, что происходит. Все, Тесла всех зашортсквизила. Теслу, в принципе, шортить надо начинать потихоньку. Нифига, я вот этого еще не видел, вот это свечи. Вот, то есть по логике Tesla, Amazon, вся вот эта тема, крипта может туда, за ними сходить. NASDAQ, опять же, где у нас сейчас? О, блин, я тут все пропускаю, короче, отдыхаю. Нормально так надули. Ну вот SP пока не переписал еще, хай. Короче, тут будем смотреть, но может случиться и черный лебедь, да, которого я показал. К чему это может быть? Да непонятно. В прошлый раз черный лебедь нас загнал внизы, такие, что биток упал на 3700. Как бы вот, да, вот здесь вот. В этот раз черный лебедь может не обязательно быть вниз, он может быть и вверх. И такой, что никто не ожидает, куда-нибудь на all-time high там или, ну там, даже выше, чтобы всех за шорт сквизить. Вопрос в том, кого больше соберется сейчас. Если шортистов, то, конечно, наверх. Ну и по фундаменталу, опять же, наверх. Поэтому будем смотреть и действовать уже по ситуации. Значит, какая тема у меня? Какое ожидание? Что по-любому будет сильное движение скоро, либо вверх, либо вниз, ну потому что уже напрашивается, да? И фишка в чем? Скорее всего, сначала будет ложное движение. Вот на дневках посмотрим. Скорее всего, сначала будет, как всегда, резкое движение, вот как тут, допустим, вверх, то это фигово, потому что, скорее всего, это как бы вынос стопов, и дальше пойдем вниз. Либо наоборот, будет резкий вынос вниз, во что мне больше верится. Причем сильный, может быть, куда-нибудь и на 8, и на 7 с чем-то даже, ну, соплей может дать, даже на 6 с чем-то может дать соплей. И после этого резко улетаем наверх. Вот так, скорее всего, будет.
Ну, как бы, может быть, конечно, и вот так, и сразу вот так. То есть тут по ситуации надо действовать. Поэтому что я думаю? Сейчас по текущим, если говорить про большие плечи, то лучше сейчас, если вы еще не в лонге, вот откуда-нибудь отсюда, лучше сейчас сильно не плечевать с лонгами, потому что вероятность того, что сходим вот за этими стопами, очень велика на самом деле. И, ну, только если усредняться лесенкой вплоть там до 6000. Если яиц хватит, то можно так делать, как бы. Но реально, не знаю, я вот думаю дождаться соплю и на ней войти уже по марже. Как бы так-то один к одному в крипте и так. Ну, может быть, low-leverage лонги сейчас аккуратно набирать там. Вот, если будем сильно вверх улетать без откатов, то это поменяет ситуацию. То есть тут надо смотреть сейчас, как мы удержим эту EMA Ribbon. Вроде мы под нее уже провалились немного. То есть сейчас, если мы от нее реджектнемся вниз, то все, наверное, будет коррекция. Может, наоборот, дать сейчас вверх соплю и улететь вниз. Тогда вот будет как бы стрёмная история. Поэтому что тут, болтать много не буду. В принципе, вот так вот все сказал. Сейчас покажу еще короткий перевод от Карла. В целом, да, вот я жду все-таки... Мне почему-то верится в то, что будет сначала ложное движение, а потом улетим. Но, может, кстати, и сразу улетим. Надеюсь, что в космос, потому что крипте давно пора в космос. Как бы, опять же, по сравнению даже с акциями, они сейчас все вот здесь и вот здесь. Ну, крипта туда как бы смотрит в целом. Куда уже, сколько можно падать-то уже? Уже падали и падали. Вот, ну а теперь давайте глянем, что там Карл говорил. В этом видео вы не можете позволить себе пропустить информацию, которую я вам сейчас покажу. Вы можете увидеть, что биткоин прорвался вот в этой зеленой коробочке после предыдущего халвинга. И сейчас может произойти то же самое. Сейчас я вам покажу этот крышесносный график, который показывает циклы, которые очень-очень похожи. И биток, походу, собирается на массивный бычий забег, булран. И вот мы сейчас поймем, когда все это начнется. И если вам думаете, что это интересно, то вы должны посмотреть это видео. Канал The Moon перевел Флалала для CryptoCommons. Карл говорит: привет, чуваки. Все, кто сейчас в биткоине, знают, что фундаментально биток недооценен, и цена биткоина больше, гораздо больше, чем она сейчас есть. И мы видим, что тренд идет вверх всегда, в принципе, по последние 10 лет. И я думаю, мы все знаем, что биток пойдет вверх в ближайшие годы. Биткоин был лучше себя показывающим активом за предыдущие годы. Ну и, короче, да, вот вы видите, как он, биткоин здесь формировал треугольник и потом прорывался после халвинга. И опять он формирует треугольник. И я верю, что мы опять увидим новый прорыв наверх после этого халвинга. И теперь давайте я вам покажу крышесносный график, который я нашел на TradingView. Вот этот чувак его сделал, Арс Шевелев. Биткоин... Прогноз цены биткоин 2020-2021. И он показывает, что эти циклы, два цикла, очень похожи, даже больше похожи, чем мы думаем. Сначала мы видим вот этот descending треугольник, сужающийся треугольник, который оранжевый этот треугольник, который показывает, что это начало медвежьего рынка. И здесь тоже мы это видим. Потом мы видим прорыв вниз в зеленый возвышающийся треугольник, ascending triangle. Ну, здесь похоже на вот этот зеленый треугольник тоже. Дальше мы видим первый забег такой наверх, первые параболические тенденции мы здесь видели. И здесь тоже мы видим параболический замес. И дальше мы видим локальную вершину и идем немножечко в коррекцию, в голубой вот этой коробочке. Здесь тоже у нас коррекция. Потом фиолетовая, розовый вот этот возвышающийся треугольник, здесь тоже похожий. И дальше мы видим, у нас была большая корона-капитуляция, а здесь он говорит, что она похожа на вот эту капитуляцию, которая была чуть меньше, но все равно капитуляция, резкая сопля. Как раз сразу после халвинга. И дальше, недолго позже халвинга, мы видим этот желтый круг и аккумуляцию, и выход в новый
параболический забег. Поэтому очень похожая история получается. И фишка в том, что каждый вот этот цикл, он примерно столько же по времени. Вот мы видим, тут было 133 дня, здесь 114. И вы можете пройти по ним по всем, посмотреть. Они очень похожи по продолжительности. Не только по форме, но и по продолжительности. Поэтому что здесь можно... Поэтому, исходя из этой модели, мы должны ожидать прорыв примерно до сентября, как это было примерно до декабря в 2016, то сейчас это будет примерно до сентября в 2020. Вот, поэтому такой расклад. И полетим на next all-time high, на следующие вершины, которые придут примерно в сентябре 2021. И это будет отлично сочетаться с план B stock to flow model, который предрекает, что биток будет $288,000 через год там или два. Короче, вот такая фундаментальный анализ. Вот, и еще я вам сейчас покажу еще фишечки, которые я только что, перед тем, как начал записывать это видео, на этом графике обнаружил прикольные штуки. Посмотрите на этот график. Интересная вещь про него — это то, что вот эти красные вертикальные линии — это халвинги. Вот халвинг 2016-го и вот халвинг 2020-го. И что я здесь вижу, что сразу после халвинга, где мы видим выход из этого треугольника, и сейчас мы видим что-то похожее, вот халвинг, и мы видим, что, в принципе, мы у верхней границы треугольника, то есть, если мы собираемся повторить предыдущее движение, то вот после халвинга, буквально сразу, через несколько недель, биток прорывается. И что, если сейчас мы увидим похожую вещь? Вот сюда передвигаем эту коробочку зеленую. И вот если мы прорываемся наверх, то все, как бы, понеслась. Да. Ну и дальше вот он рисует, показывает, что вот так вот все будет. В общем, в принципе, да, подписывайтесь на Карла, канал The Moon, подписывайтесь на Crypto Commons. Чуваки, вот как-то так все сказал, думайте сами. Можем и не дать соплю вниз, как я говорил в начале. Можем и дать, чтобы всех вынести. Поэтому будьте готовы к обоим вариантам. Не знаю, потихонечку или лонгуйте на пробой, но со стопами, или в маленьком плече, или вообще без плеч. А плечи используйте как раз, когда увидите соплю. Но в целом предпочтительнее лонг. И, ну, так, чтобы вас не смыло. Рассчитывайте риски. Ну и будьте осторожны. Всем профита, на связи. С вами был Фла-Ла-Ла. Это канал Crypto Commons. Не забудьте подписаться. С самой западной точки России, с Балтийской косы. Привет от Черного Лебедя. Йо.